В результате террористической совершенно атаки киевского режима на город Севастополь летом, праздничный день, хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, да, кассетным боеприпасом американского производства. К сожалению, у нас сейчас на настоящий момент 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Позвонил Владимир Владимирович Путин, наш президент, практически сразу выразил соболезнования погибшим, пострадавшим. Даны все команды, всем федеральным органам оказание всей необходимой помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.